Немного соснов кедровых корейских. На экране вы видите сорт, называется Малыш сосны кедровой корейской. Это наш отечественный сорт, находка Олега Клевцова. На сегодняшний день это самый карликовый сорт. Ну, по крайней мере, я не обладаю информацией о наличии более медленно растущего или более карликового сорта. Сегодня 29 марта 2024 года, и выглядит он в моем саду вот так. Уже начал показывать свою вот эту невероятную хвою. Надо сказать, что из-за того, что сорт медленно растущий, он подойдет для тех людей, у кого мало места в саду, а также для всевозможных горок, ракариев и так далее. Достаточно хорошее здоровье показывает в моем саду на полном солнце, без всяких укрытий. Видите, какую хвою выпустил, длиннющий цвет, какой великолепный. В общем, собственно говоря, можно его рекомендовать.